34-летняя Ирина Вилкова впервые стала мамой. Актриса призналась, что роды прошли без осложнений. На днях звезда сериала «Полицейский с Рублевки» заставила говорить о себе. Все дело в том, что беременную актрису задержали во время митинга на Красной площади, куда она пришла, чтобы поддержать Алексея Навального, который находится в тяжелом состоянии. После задержания от переживаний у Вилковой отошли воды. Артистка не стала раскрывать подробности своих родов. Она пока не назвала и имя новорожденного, пообещав чуть позже поделиться сокровенным с фанатами. «Привет, товарищи! Все хорошо, пацан приземлился. Спасибо всем!» — обратилась Ирина к поклонникам. Она прокомментировала и негатив в свой адрес. Многие недоумевали, зачем ей на последних сроках беременности понадобилось отправляться на митинг. «За мирные пикеты нас никогда не задерживали. Мы просто пошли гулять. Кто же знал, что так произойдет? Спасибо всем еще раз. Пацан здесь я тоже», — резюмировала Волкова. Новоиспеченная мама отказывается говорить о личной жизни. Фанаты не знают, от кого она родила сына. Ирина на протяжении 3 лет встречалась с актером Алексеем Литвиненко, который прославился благодаря сериалу «Школа». После разрыва звезда решила держать свою личную жизнь в тайне от широкой публики. В этом году произошел настоящий бэби-бум, многие звезды за время карантина стали мамами. Недавно Софи Тернер родила малыша. Первенец появился и у звезды «Дома-2» Саши Черна.